Часовня в сквере интернационалистов получила свое главное украшение. Мастера из Палиха привезли две фасадные иконы для установки. Выполнены они из стойких материалов – фарфора и керамики. Так как иконы должны выдерживать любую уличную погоду – дождь, снег, воздействие прямых солнечных лучей, при этом не выгорать и не выцветать. Оригинальность икон в том, что они сделаны из маленьких элементов шестигранной плитки. На изготовление одной иконы у мастеров ушло около 2 месяцев. Размер полотна – 1,5 метра. На одной иконе изображен Спас Нерукотворный, а на второй – Богоматерь взыскания погибших с молитвой. Вот для того, чтобы изготовить ее, мы получили изображение художественной мастерской «Палецкий иконостас». Его разбили на ячейки как бы шестигранной плитки. Вот. Потом каждая плиточка была напечатана отдельно керамическими тонерами, вот, и перенесена на фарфоровую плитку, которую тоже как бы изготовляем мы вручную, фарфоровая плитка. Вот на каждой плитке делается отдельно.